Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать, как, в общем-то, вот меня попросил Дракон Мани. Вот, смотрите, я вам даже докажу, чтоб вы потом не писали в комментариях, что это ненужное видео. Потому что вот этот долбанный Дракон Мани написал. Кстати, подписывайтесь на меня, потому что подождите, перейти на канал. Уйди. О канале. О, котенок лайк. Я согласен. На котенка лайка быстро все подписываемся. Лаванда? Я что-то сейчас не понял. Дракон Мани, тебе вопрос. Ты же сам говорил, что ты его хочешь удалить. Где он удален? Скажи, где? Где он удален? Ладно, мы сейчас не поэтому пришли. Сейчас я вам покажу. Так, мой канал, значит. Сменить аккаунт. Зачем я сменил? Мой канал наоборот, а не сменить. Заходим сюда. На мое видео. Ну, я вам просто покажу, не надо заходить никуда. Смотрите, вот написал. Я тут, сними. Как делать треки и какое приложение. ПЖ, сними туториал, я про тебя сделаю. Хорошо, Дракон Мани, сейчас мы сделаем. В общем, первым делом заходим в Play Market. Вбиваем в поиск Groovy Pad. Вот он. Вот он, это приложение, в общем. Тут много разных битмейкеров, но я делаю именно вот через это вот приложение. Вот это вот. Через GroovePad. Можно Drumpad Beat Maker Go. Но я не советую. Потому что я в него не играл. А тут другая иконка, смотрите. Это как у GroovePad. Это почти пародия, наверное. Или пишите биты создать. Вот, первая GroovePad. Вот, GroovePad, видите? Вот, скачивайте, в общем, DrumPad. Лучше. Я всем советую GroovePad. Вот, приложение. Дальше, смотрите, мы заходим сюда, в GroovePad. Так, ладно, потише заделаю. Так, мне не надо этот пак сейчас получать. Я хочу показать, как я сделал трек про Дракон Мани. Может, вы даже это запомните и сыграете. Сейчас я только сам рекордер перетащу, чтобы он мне не мешал. Вот, нажимаем на запись. Вот, видите? Добавляем битка. Он будет другой чуть-чуть. Потому что я не хочу видео выкладывать.
Сделали. А сейчас реклама пойдет вот. Вот крестик. Да блин, он же не сидит. И скажи. Вот. Введем какое-нибудь имя, но я его, этот трек не сохраню. Dragon Money. Ты можешь сделать любой трек, никак, конечно, я говорю, но ты же сам говорил, что ты сделаешь про меня, поэтому делай, удачи тебе с треком, пока, пока.